Привет! Сегодня мы хотим сделать такую задачу. Вот у нас есть стул, обычный стул. Мы хотим сделать у него набивку, которая бы легко снималась и могла стираться. Для этого нам понадобится, собственно, стул. Нам понадобится ткань обивочная какая-то. Какая-то или просто плотная ткань, ножницы, немного отверток, плоскогубцы на всякий случай, вот такие саморезы я взял, я возьму еще свечку, ну, пока все, ну, начнем. Для начала я хочу взять эту ткань, которую мы обрезали, и нам еще понадобится вот резинка. Я постараюсь обойтись без ниток и иголок, только одними резинками. Для начала я обрезал все, что болталось, все нитки, и хочу их оплавить с помощью свечки, вот эти края. Моя ткань позволяет того, чтобы плавилась. Не горело, а плавилось. Чтобы не было черных краев оплавленных на краю, необходимо подносить, ну, не так, чтобы прямо в огонь, а сбоку. И тогда оно будет просто оплавляться аккуратненько. Вот если видно. Оно оплавляется, чтобы потом... Ну, не распускалась, при этом черных краев у нас не будет. То есть плавиться будет не огнем, а теплом. Все, как края мы ткани обработали, неровные, распускаться не должны, потому что все, свечку можно задуть. Она пока нельзя. Так, теперь нам необходимо взять стол и снять вот эту крышку. У меня он прикреплен на уголки. Вот такие вот небольшие уголочки. Я их должен выкрутить. И снять. Но перед тем, как обить стол, я хочу сначала вкрутить саморезы, на которые будут крепиться резинки. Я думаю сделать так, значит. Сюда один саморез. Примерно сюда один и сюда один. То есть тут будет два и тут по одному. Аналогично по другим сторонам. Все, получилось у меня вот примерно вот так. Покажу перевернутый стол. Вот. Теперь следующим шагом мы будем продевать резинки. Вот у меня набивка. Вот, значит, резинки будут где, значит, вот по углам где-то цепляться. И нужно, ну, помимо углов, то есть это вот так, помимо углов нужно сделать резинки на самых краях, где-то вот здесь. Резинки должны быть очень маленькие. Очень маленькие, потому что расстояние до глазя тоже очень маленькое. Маленькие петельки. Я вну резинку. Значит, обстригу небольшой кусочек на глаз. Уже ножницами, можно даже каким-то шилом. Проделала небольшое отверстие. Если просовывается плохо, можно надо дырочку сделать побольше. Я даже вот ручку сюда запихал. Уже какое отверстие побольше. Я стараюсь не рвать нитки. Просто их раздвинуть. Теперь вставляю резинку.
Немножко нитки будут мешать, но их надо так вот раздвинуть. Ну вот, в принципе, я провел. Теперь я хочу просто сделать узелок небольшой. Такой двойной. Так вот. Так, все примерно. Узелок есть. Вот его предел растяжения. Ну, без всяких иголок ниток я это сделал. Такого рода узелки нужно проделать на всех углах. Это раз. На каждом углу. Плюс нужно проделать две по бокам, но отмерить, чтобы у самого края сиденья это они начинались и были очень маленькие. Я постараюсь это сделать. Ну все, собственно, получилась вот такая вещь с резинки. Теперь я попробую ее накрепить на стул. Когда я проделал отверстие для резинок, я не учел один такой момент, что спереди, это вот передняя часть стула, это вот его передняя часть, здесь есть небольшой зазор, поэтому отверстие делать лучше не у края, как я делал с боков, потому что здесь нужно у края, а здесь небольшой зазор, то есть немножко надо отступить, и также сзади немножко лучше отступить. Поэтому спереди мне пришлось резинки перевязывать. Кстати, я обнаружил такую интересную вещь, как можно быстро снять резинку, которая завязана на узел с помощью шила. Да, и все-таки отверстия проделать тоже удобнее с помощью шила. Резинка. Я вставляю по ходу движения резинки шила. Вот так вот. Я вставил по ходу движения. Теперь я просто вот в этом месте потяну. Оп! Все, быстро резиночка развязана. То руками ее достаточно трудно. Развязать. Ну вот, в принципе, и все. Я исправил свою ошибку. То есть я немножко переместил вот эти резинки с боков. Вот я обтянул стул. То есть, в принципе, неплохо. Неплохо. Может быть, не идеально, но стул обтянут. Мне осталось только прикрутить назад болтики, которые я открутил, которые держат, собственно, сиденье. И все. И стул будет готов. И у него очень важная функция. Есть опция, да? Вот эту накидку, на которой сидят. Ее можно будет снять, постирать и обратно вставить. Все, спасибо. Какие, может быть, я увидел свои недочеты? Которые я здесь видел. Были еще варианты, конечно. Вот здесь сделал такую перегородочку по центру. По центру сделать перегородочку. К ней такие вот саморезы. И резинки бы натягивались тогда не сюда, а вот сюда. Может быть, это было немножко удобнее. Еще как вариант, можно было резинку обшить по кругу. То есть вот резинку так обложить и в нескольких местах ее все-таки зашить, и вот остальные места не зашиты, они бы вот так вытягивались. То есть необходимо сделать тут запас, и можно прицепить либо опять к этим болтикам саморезом, которые здесь будут торчать, либо к перегородочке. Вот, ну, единственное, конечно, когда они подшиты, не проколоты, подшиты, немножко аккуратнее получается. В принципе, здесь тоже достаточно аккуратно получилось. В нужных местах это делать, отверстие. И нигде не заметно. Очень хорошо получается.
Ну все, спасибо.